В местах, куда у нас ежегодно жители приходят на открытых водоемах провести обряд омовения, был проведен мониторинг ледовой обстановки. Ледовая обстановка очень сложная. Причина этому – те положительные температуры, которые у нас были на территории города перед новогодними праздниками. Структура льда сейчас очень неоднородная. Максимум мы имеем однородного льда 15 сантиметров. Исходя из рекомендаций, которые мы на сегодняшний день имеем, данный лед относительно безопасен только для выхода одного человека. Удержать на этом льду купель плюс тех людей, которые придут проходить обряд омовения, считаю это небезопасным.